Ольга Брусянцева одна из многих, кто этой весной просто не смог добраться до места захоронения своих родных. Городское кладбище на улице Лунной постоянно затапливает канализационные стоки соседних предприятий. Проблема тянется долгие годы. Поставили новый памятник, выложили плиткой и... Ну, бесполезно. Писали заявления всевозможные инстанции, обращались неоднократно. Грунтовые воды и канализационные стоки размывают глубокие слои грунта. По некоторым данным, под кладбищем размещаются карстовые пустоты. Если ситуация не разрешится в ближайшее время, это может быть чревато провалами грунта. Еще одна масштабная проблема – комплексное благоустройство территории. У нас кладбище сейчас в настоящее время убирается не в том должном объеме. И договора по состоянию на 2 июня 2017 года, договора на техническое содержание кладбища нет. Муниципальное предприятие за счет собственных денег уже 5 месяцев убирает все кладбища, вывозит мусор. Но оно, конечно, не может справиться без финансирования. По-прежнему болевой точкой остается мошенничество в ритуальной сфере. Зачастую бывает так, что ритуальный агент оказывается на пороге дома умершего гражданина быстрее, чем скорая или полиция. Складываются такие ситуации в связи с чем... что ритуальные агенты приобретают за немалые суммы, а в Самаре это 15-18 тысяч рублей. Информация о убежавших граждан у недобросовестных сотрудников медицинских учреждений и сотрудников полиции. Основной закон, который регулирует ритуальную сферу, безнадежно устарел, считают парламентарии. Он датирован 95-м годом. Для решения многих системных вопросов необходимо обновление правовых основ. Еще одна актуальная и многолетняя проблема ритуальной сферы региона – отсутствие крематория. Объект мог бы сэкономить сотни миллионов рублей.